На площадке выложены бетонные блоки, как фундамент здания. В июне 2013 года муниципальный контроль подал исковое заявление о признании недействительным права собственности и сносе самостроя. Потребовалось 3 заседания суда, чтобы иск администрации удовлетворили. Строительные работы на земельном участке не проводились. Площадка заброшена и захламлена. Временное сплошное ограждение не выдержало сильного ветра и развалилось уже не в первый раз. Специалисты управления муниципального контроля неоднократно предупреждали собственника участка о скорейшем восстановлении забора. Возле самовольного строения расположена игровая площадка, школа номер 6. И, конечно, заброшенный участок привлекал внимание детей. Собственник участка не ремонтировал ограждение, и это вызывало немало нареканий у жителей микрорайона. За дело взялись активисты. Неравнодушные анапчане не остались в стороне. Вечером демонтировали сломанное ограждение, убрали металлопрофильные листы, расчистили площадку. Жители 12-го микрорайона благодарны активистам, которые избавили их от опасного объекта.